Неудачный сезон для скакунов продолжается. В выходные в рамках чемпионата Казахстана подопечные Олега Гущина противостояли павлодарскому Иртышу. Первый матч принес разочарование и завершился досадным поражением со счетом 4-2. Наши хоккеисты показали блеклую игру. Отдали концовку, за что логично и были наказаны. В составе Кулагера отличились форварды Максим Первухин и Филипп Святына. На следующий день во второй игре петропавловцы все же сумели сломить натиск соперников и восстановить паритет. Ворота голкипера скакунов Дмитрия Хозяшева остались неприкосновенными. Матч завершился с сухой победой Кулагера 0-2. По шайбе в вражеские ворота забросили Станислав Логинов и Илья Ахметов. Сейчас сезон близится к середине, скакуны располагаются на 9-й позиции. Следующие встречи они проведут 30 ноября и 1 декабря в Усть-Каменогорске против Алтая-Торпеда, который идет на 3-м месте в регулярном чемпионате. Интересная игра. И мне кажется, для болельщика была интересная игра от ножа, такая уровня плей-офф, как ты сам сказал это. Обилие силовых моментов, обилие в общем моментов, большинство, меньшинство. Ну, честно, мне кажется, эта игра была плей-офф.